Короче, ребята, я валю своего первого босса. Все спать уже по пару раз передохли. Мы вроде бы уже добиваем босса. Мы пришли на босса с одним хилом, без танка, без заливона МП. Убили босса. Чё упало? Мне лично ничего не упало полезного. Не знаю. Как обычного моба просто убили этого босса. Короче, с босса просто какой-то шлак упал, там типа какие-то куски бесполезные, какие-то, не знаю, мусор, короче, упал, один пишут. Бывает, бывает. Надо еще РБ поискать, пишут. Ой. Прибежали, блин. Не стали, ребаф не сделали. Сразу начали босса этого валить. Ой. Сразу видно, что пати рандомная. Такое стадо бегает, что-то тыкает туда-сюда и все. Тыкается, мыкается. И не знаю, чем заниматься. Так, он вообще упал. СА, заточки упали. Шмот упал. Что-то я не заметил. Кач, гов дальше кач. Получается, мы находимся, как он называется, храм льда. Я уже 36 уровень. Сегодня набил 3 ПВП. Два раза только умер. Что искать? О, опять куда-то повели. Сусанины, блин. А чему бы не ахаться? Бард ищет кач. Фу. Мы полчаса того барда искали, стояли. А тут бард ищет кач. Барда вообще мало. Ими мало кто любит играть, наверное. Чё здесь? Какой-то знакомый мостик. Под мост нырять? Чего?
А ну. Опа-на. Я бы никогда даже не подумал бы, что здесь под мостом еще какой-то проход есть. Куда отплыть? Какая-то тайная комната. Так, тут воздух есть? Нет, здесь воздуха нема. Ну плыви! Сейчас задохнешься. Чего? Зря? Зря приплыли! Ой, говорю, сусанины какие-то. Вели. Завели в тупик пустую комнату. Кстати, прикольная заначка. Кто пришел, заплыл, сел и сидишь там. Так, где здесь ступеньки, чтобы можно выплыть? Ну, давай, плыви. Веселей. Так, да. О. Я выплыл. Где чем? Пацаны, где чем? Я не пойму, все поразбегались, тут толпа была, смотрю, уже только двое бегает. Куда идти? Где все? И чё мы сюда прибежали? Потерялись, ребята, потерялись. Свиток на скорость каста мне закончился. Нужно покрафтить их себе. Походу нужно обратно идти. Они бьют где-то чемпиона. Так, на ту сторону, наверное, идти надо. Синий или красный? Синий или красный? Ну, вроде бы полоска очень-очень медленно отнимается, так, наверное, красный. Непонятно. А, красный. Шикарно. Ой, как кастует медленно без свитка. Кошмар. Так, медленно кастует. О, уже почти пол левела, 36-го. О, так это наша комната, где мы качались. Я по этому чуваку дохлому ориентируюсь. Он здесь валяется уже полдня. Thank you.
Так, кучку, в кучку. Кучку. И массухи пошли. Массухи, массухи. Так, от массухи, массухи. Знай молния. Знай молния. Кто-то кидает пати. АВ это кто? Целитель? А у нас два целителя. Вахила у нас, прикиньте. Наверное, потому и мы ее убили, босс, потому что два хила хилила. Кого-то в пати взяли. Страж. Светлый страж. Это кто, танк или кто это? Типа страж. Страж. Так, эти все, блин. Что за привычка разбежаться? Волка входу. Встретим кого-то. Я не знаю, где вход. Я здесь не ориентируюсь вообще. Вообще не ориентируюсь я здесь. Чё-то мне этот храм уже надоел. Уже 2 часа здесь бегаем, качаемся. Мне уже начинает подташнивать. Вот реально начинает подташнивать. От храма этого. Храм воды и огня. Получается, идешь налево, здесь водичка. Идешь направо, там лава. И мобы только 2 типов. Либо эти пузатики огненные, либо вот эти водяные элементали и все. Элементаль воды, элементаль огня. И все. А, еще камни валяются везде. Кто он? И? Чувак! Чувак! Чувак, 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 сейчас ты пиздюлей получишь. Чувак, чувак! Опа-на! Я даже удар не успел сделать. Хил? Хил не мой. Очки? Очки тоже не дали. Толпой налетели 8 мужиков и баб. Одного бедняжку забили. Орки у входа. Орки. Орков сегодня мы... О-о-о-о-о-о-о! О-о, давай, давай. Ах ты зараза! О-о-о! Кто убил? Нет, не я, не одни. О-о-о, еще кто-то! Ого! Ого! Я ее убью по 240, блин! Так, так, так. Все, все. У нас 2 хила, все хилят. Ни одного ПВП не заработал. Ни одного очка. О, 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 орки, орки. Орки, орки. Орки жирные. Я его почти по 500 бью. Мне плюс 17 очков дали.
Да, плюс 17 очков дали. И килл все равно не мой. Чуваки, меня подождите. Кричали орки у входа. Только один орк прибежал, да? Постоянно бегаю где-то в конце за всеми, слакаю. О, хуманы, хум! О, там толпа их! Бей! Убили! Очков не дали. ПВП. О, одно ПВП. Я кого-то убил. Весело. 3 или 4 ПВП за сегодня я заработал. Весело. Тут тоже толпа качается. Так, нужно не потеряться. Народу пипец. Это да, народу пипец. А зачем мы туда бежим? А, просто так. Чтобы на месте не стоять, по кругу бегаем. Я, пожалуй, все. Барт уходит. Бард нас покинул. У нас получается нету бафа, да? Нету бафа у нас. Вот в этой комнате, кажется, был босс. Он же не появился опять. Это плохо видно. Не, нема босса. Чё, все, разбегаемся. Только вот эта баба прибежала к нам, светлый страж. Кто это? Я думаю, это будет типа танк какой-то, не знаю, типа гладиатор какой-то. Куда двинем? Не знаю, куда двинем. Мне уже здесь как бы не очень как бы прикольно качаться, потому что здесь мобы 33-е, наверное, или 34-е. Я 36-й уже. Наверное, на этом кач и закончился. Да, все. Побегали, повеселились. Да тут сейчас херня. Можно пойти в городе, повтыкать, там часто собирать какие-то пати. Можно еще куда-то собраться. В более новое, более продуктивное для кача место. Пойду и чай попью. Кстати, да, нужно пойти чайку забабахать себе. 2 часа кача. Ух, аж голова кипит. Нужно перекур сделать. Чай пить ем. Ладно. Всем бай-бай.
успел. Что-то в городе все больше и больше людей тусуется. Барыги всякие сидят и барыжат. Так, что я хотел сделать, не знаю. Наверное, сейчас пойду все барахло продам. Барахло все продам. Уже он кланы бегают со значками. Вот чё, клан. Элвор. Не знаю, как оно читается правильно. Так, купить ресурсы, продать весь хлам. Так, продать. Сколько, интересно, я за 2 часа кача поднял бабла. Я думаю, немного, может 100 или 200 тысяч. Хотя уже почти 100 тысяч. Так, это надо. Так, это продать. Нитки оставить. А куски все продаем. Они он стоит вообще по 19 копеек. Хиба это цена? По 24 копейки. Ну это смешно. То 22 тысячи уже. Так, ничего лишнего там не продаю. Случайно. Так. О. 216 кусков. Ну, я в принципе угадал. 100 или 200 тысяч. Вот и получилось за 2 часа кача 217 тысяч. Еще, правда, кольчуга упала, которую можно за 23 тысячи продать. Хм, неплохо. Так. А ну, там я, по идее, себе камешек делал. Так, выходи давай. Камешек делал. Для оружия. Так. Тупишь, бежишь как-то криво, косо. Хочу в клан какой-то вступить. Мне надоело без клана бегать. Пати только то в чате высматриваешь. И пати бе... Ой, тут толпа! Крафтеры сидят. Так, достать. А, я не делал камешек. Я забыл его сделать. Да? Ого! Ого! Везде добыча рудников стоит. Хм, печаль. Печалька. Что ты забав такой? Так. О, у меня уже 421 тысяча. Мелочь. Я сейчас кое-куда портанусь, где могу по морде получить. Но там есть квестовые мобы, которыми нужно убить. Сначала бафнусь. Так. И телепорты. По идее, как он называется, то уже забыл. Болота там какие-то. А, да, вот. Вот сюда. Вот, квест мигает. Там нужно кого-то убивать. Если меня сразу на ТП не убьют. Протируйся, ты долго. Так. Никого нету?
Нам куда-то вот туда бежать. Тут-то... Ага, эльфы бегают светлые. Мобы почти синие для меня. Ну тут главный квест. Ого, синий, так а убивается-то. Х3. Ой, квест засчитывается, отлично. Только нужно туда в сторону отбежать. Тут просто часто люди бегают. Вон катакомбы, типа, на вход катакомбы. Туда в катакомбы все бегают. И могут как бы мимо пробегать и убить. Так, нужно медуз убивать, оборотни убивать, и кого еще? А, и скелетов. Я не вижу здесь скелетов. Так, а, ладно. Медуз я набил уже. Везде валяется какой-то хлам. Значит, где-то кто-то здесь бегает или бегал. Но я никого не вижу. А вон, вижу уже скелета, а вот тех... Скелета нужно мне убивать. Что-то валяется. О. Кто-то там вдалеке бегал. Ладно, не будем проверять. Мне главное сейчас квест доделать. Какая-то палатка стоит. Сколько здесь бегал, не замечал ее. О, класс! Скелетики с удара падают. Можно камень подобывать. Короче, просто палатка стоит. И все. Чисто для красоты. Вот скелетик. Вот скелетик. Медуз много. А оборотней и скелетов мало.
Он оборотень. Я еле-еле бегаю. Так медленно. Такое ощущение, как будто я тяжелую броню ношу, которая понижает скорость бега. Вообще так галимо, наверное, качаться. Тут мобы на большом расстоянии. И много бегать приходится. Так. И последний скелетик. И квест готов. Там бегает. Может, кто-то же бегает. Хуманы. Хуманы. Хуманоиды бегают. Так. Мне главный квест было сделать. Мне здесь делать больше нечего. Так, короче, сдаю квест и пойду себе хотя бы... Бежит сюда, зараза. Сдаю квест и пойду себе чайку сделаю. Так что всем пока. Пых!